дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, я живу в городе Харькове, в Украине, и вы на нашей даче в Харьковской области. Осень, друзья, горячая пора. И, конечно, все мы осенью уже хотим что-то изменить в своем саду, подсадить какие-то растения. Это, конечно, самое сладкое время, когда мы можем какие-то свои мечты воплотить в жизнь. Ну, какие мечты? Конечно, посадить какое-то экзотическое растение, возможно, или не экзотическое, или то, что очень хотелось и наконец-то пришло. И вот, друзья, я в том числе заказывала в интернет-магазине, делала такой большой заказ не только для себя, а сейчас немножко анонсирую, у нас будет цикл видео, где я вот раньше уже говорила, что мы будем помогать соседу нашему по даче преображать их участок, озеленять, менять клумбы. Ну, в общем, все увидите вы в будущем. Так вот, сегодня мы получили из интернет-магазина Флориум часть нашего заказа, в том числе и для меня, и для этого соседа. И сейчас вам покажем, что же в этом чудо-коробке есть. Сумма заказа такая приличная была, и мы, конечно, когда шли получать на почту, думали, что там будет огромный-огромный коробок. Но это еще не весь заказ, это только его одна часть. Вторую мы получим обязательно, покажем, что будет дальше. А вот сегодня я хочу вам показать, что же в этом коробочке. Вот мы только надрезали, но пока еще ничего не открывали, сейчас вместе с вами увидим. Еще раз скажу, это не реклама, это просто мой совет, вот кто живет в Украине и кто может воспользоваться. Интернет-магазин Флориум, качество их растений, луковицы, все, что я покупала, мне очень нравится. И даже если у меня возникала проблема, она гортензии, у меня... Гортензии, по-моему, ты там берешь. Гортензии все я там заказываю, да. Если у меня возникала проблема, то все решается, все компенсируется без вопросов. И что немаловажно, задавали мне вопрос по поводу этого интернет-магазина. Бывает ли пересортиться? Никогда, друзья, пересортицы не было. Давайте открывать. Так, так оно выглядит. Смотрите, упаковано. Как они упаковывают, да. Очень все сухое. Все растения, смотрите, как уложены. Итак, что у нас в этой посылочке пришло? В этой посылочке у нас алиумы и хосты. Ага. Об алиумах у нас было отдельное видео. Изумительное, красивое, очень луковичное растения, потрясающие. Вот такие есть алиумы. Ну вот такие мы и заказывали. Самые-самые красивые. Так, а это хосты. Я заказала 11 разных сортов хост. Вот сейчас я представляю себе состояние моей подписчицы. Ленура. Да, 11 разных хост. Я знаю, что ей очень нравятся хосты. Она всегда с таким благоговением смотрит на все мои новые хосты. К сожалению, вот у них таких магазинов нет. И такого разнообразия хост нет. Ну, Ленур, что я могу сказать? С удовольствием буду вам показывать свои. Наслаждайтесь. И думаю, что в будущем все возможно. И у вас появится возможность покупать разные-разные хосты и любоваться ими в своем саду. Итак. Вот такая вот хоста. И смотрите, потрясающая розеточка. Сразу видно, какой сорт. Да? Вот можно увидеть, какой листик. Так, я сейчас буду... Не знаю, как удобно. Да убирайте на дорожку. Наверное. На дорожку. Я вот так буду класть. Так. Следующая хоста. Смотрите, это вот такая. Коробочка. Все правильно упаковано. Все растение сохранено в кулечке. Вы посмотрите, с какой душой и как правильно люди организовали вот доставку растений к нам. А вот посмотрите, вот эти вот луковицы. Ну, это не близко. Они от нас находятся... На Западной это Украине. Черновцы, да? Это глубоко. Это вообще это самая крайняя точка. Это близко, ну, очень это Польше. Больше 2000 да. километров. Посмотрите, какой потрясающий алиум. Причем есть алиумы, которые коллекционные. Вот я заказала пару-тройку. Может быть, это как раз я его и показываю. Вот потрясающий шар. Алиум амбассадор.
луковицы. Посмотрите, какие сухие, красивые. Так, что это у нас? А, это такой же, да, по два. Я же заказывала один соседу, один себе. Так, дальше. Что это у нас? Косточка. Какая красавица. С цветочками. Ничего себе. Даже с цветочками нам прислали. Вот такую коробочку, смотрите, поместили. Замечательно. Замечательно. Так, луковицы. Ну вот те, которые Алио Марс, обычные, видите? Ну как, они не обычные, они просто они такие эксклюзивные луковицы. Они вот в таких вот кулечках. А, конечно, те, которые большие, они вот в таких пакетах. О, какая красивая. Так, это у нас что? Комбо-алиумы. Это там здесь разверни. Микс. Посмотрите. Развели вот. Нам чеснок какой-то лежит. Конечно, чеснок. Чеснок, да. Вот, друзья, видите, чеснок. Такой красивый. Это вот все вот такие разные. Вот представьте, высаживаем, и все разный тон. Темный, посветлее, более светлый. Ну, это просто чудо. Перфекто. Перфекто. Так, сейчас. А, вот они, это две. Два было микса. Один нам, один соседу. Сейчас предваряю вопросы. Светлана, где же вы будете высаживать все это? Где же это все будет? Друзья, в цветниках. Все будет в цветниках. Вот еще одна косточка. Вот уже немножко начал листик желтеть. Но все же, вот обратите внимание, какие. Это вообще какая-то малюсенькая. Может, это мини? Я заказывала. Очень красивая. Все красивые хосты заказывала. Все те, которых у меня еще нет в саду. Желтые, белые. Все очень сухие. Вот субстрат видно, что там испарение, он влажненький. Кстати, у них требования есть, чтобы в определенное время забрали, долго на почте не хранили. Ну, конечно же, это и в моих интересах прежде всего, чтобы все растения были не пересушены и не сгнили. Все сухое. И коробка сухая. Вот это еще у меня дальше косточки, видите, лежат. Косты. А я хочу посмотреть, где мой подарок. Кроме того, друзья, что я уже давно являюсь их покупателем, у меня есть своя скидка и бесплатная доставка. Но, несмотря даже на то, что они вот такие скидки делают и бесплатная доставка, а она тоже не очень дешево стоит, еще и всегда они обязательно какой-нибудь кладут подарок. Вот сейчас в качестве подарка у меня микс тюльпанов из парка Кёкин-Коф. Вот видите, написано. Я думаю, что все вы знаете этот парк в Голландии, где всегда ранней весной проходят фестивали. А? Фестивали тюльпанов. Фестивали тюльпанов. Невероятно красивые. И вот кто ездит туда на экскурсии, всегда привозят оттуда супер красивые тюльпаны. Ну и вот видите, вот у меня теперь тоже будут тюльпаны расти из этого парка. Мы еще пока там не были, но, может быть, когда-то и попадем. Ну вот, на сегодня мы показали всю нашу посылочку вам. Теперь ждем следующий. Получили мы вторую посылку. И сейчас посмотрим, что же в ней пришло. Сильный ветер, говори громче. Да, у нас ураган уже второй или третий день длится, друзья. Ветер очень сильный. И сосны падают в лесу. Итак, вот как все складывают они, видите?
вообще здорово. Все чистенько, все очень быстро. Ага. Подарок. Тоже микс тюльпанчиков из парка Кёкенхоф. Так. И у нас здесь. Значит, смотрите, что я заказывала. Перовские, Blue Spire. Две гортензии. Так, а где же у нас перовские? Вот это, наверное, я думаю, визуально похоже на перовские. Да, это перовские. Вот смотрите. Это перовские. Вот так упаковано. Видите, видно и веточки. Все видно, что это именно перовские. Ну, я даже вот по листикам поняла, что это она. Так, заказывала я 5 штучек. Не буду все доставать. Это у нас император Red Baron. Заказ этот весь, это не для меня. Здесь только для меня перовские и все. А все остальные растения, это, как я уже вам и говорила, вот сейчас не могу даже показаться, потому что мы все в мыле, работой и обещанное озеленение вот у наших соседей по даче. И как раз сейчас мы максимально занимаемся посадками, вот ждали эти растения. Здесь у меня почвопокровных очень много, флоксов. Здесь вот и один флокс, флокс Макдэниел. Флокс Самсон, флокс Кимоно, флокс Фабулас Блу Виолет, и Берис тоже я заказывала, еще один флокс, и две гортензии. А гортензии, как вот вы уже, кто смотрел мои весенние видео, обязательно идут с паспортами, это голландские. С паспортом идет каждая гортензия. Это у меня одна, по-моему, ванила фрайс. Сейчас я посмотрю. Так, ванила фрайс, да. А вторая гортензия диамант руж. Красная. Сейчас я... О, вот она, смотрите. Посмотрите, какая красотка. Вот, а вот что это за красавчики? Ну, это ж вот эти братья, которые выращивают, это их питомник в Голландии. Каждой гортензии они дают обязательно паспорт, гарантия. И вот все гортензии, которые я покупала, именно которые вот с такими паспортами, они у меня цветут сразу же в этот сезон. Вот кто смотрел мои видео, я показывала, что все молоденькие, посаженные весной гортензии, все выдали хотя бы по одной веточке соцветий. Это здорово. Что еще здесь у нас? Фестука. Две посылки получили. Кроме этого, мы заехали в садовый центр «Цветочный стиль». Видео о поездке летней есть на нашем канале. И забрали все растения, которые мы заказывали еще летом. Это, конечно, здорово, что мы выбрали все растения, сделали небольшую предоплату и забрали только в тот момент, когда нам уже было как раз нужно, чтобы не стояли у нас растения. И под хорошим присмотром они были в садовом центре. Кроме этого, хочу сказать, что сейчас, когда вы смотрите это видео, вероятно, все работы уже на соседском участке подходят к концу. Видео мы снимаем, обязательно покажем. Мне очень интересно все там переделывать. Надеюсь, что и вам будет интересно. Там 4 больших цветника, совершенно разных. Поэтому, кому интересно, кто сейчас планирует, обязательно посмотрите. Может быть, это будет не одно видео. Обязательно спрашивают у меня, сделаю видео про злаковые. Сейчас просто физически очень сложно. Вот я даже не всегда успеваю на вопросы ответить. Обязательно все ответим, все снимем, не переживайте. Следующее видео будет у нас, какие растения высадить на участке около реки. Это как раз видео будет, ответ на вопрос вот взрослых людей, супруги. Я уже говорила о них, кто смотрит, знает. Обязательно посмотрите мои рекомендации по высадке растений. Вам, как всегда, желаю сил, вдохновение, осень, горячая пора. И увидимся на нашем канале. Пока-пока!